сказать, почему меня это тут ставит? Я не могу, не, я так не могу. Хорошо. Те, кто меня еще не знает, зовут меня Добыкин Дмитрий Георгиевич. Я преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии. Преподаю там я Ветхий Завет и предметы, связанные с Священным Писанием, то бишь эсагогику и герменевтику. И эсагогика — это введение в Ветхий Завет, герменевтика — это наука о правилах, методах и принципах толкования Священного Писания.